имеет право рядовой инженер получить доступ к элитному вооружению или не имеет? Или мне постоянно гайки крутить и смотреть, как другие истребляют вражеское отродье? Следующая миссия. На следующей миссии она особенная, в ней дается возможность воспользоваться огнеметом. Огнеметы, как мы уже говорили, наши пистолеты-пулеметы. Так, заморозка, броня, адреналин. Что взять? Давайте возьмем ракеты самонаводящиеся. Опять с нами будет пулеметчик, опять пилот Ищейки решил выйти на охоту. На этот раз уровень сложности высокий. Да, нас ждет приличное испытание. Ну да. Вот эти вот знаки, это медальон, который дается за прохождение уровня от 1 до 27. И их несколько. То есть, грубо говоря, шестое повышение, этот человечек вроде 3 или более раза достиг 27 уровня. Может, 6 раз. Точно не помню. В общем-то, нам все это предстоит увидеть. Количество наших пулеметчиков выросло. Так и вся команда Ищейки хочет поучаствовать в этом побоище. Но мы только за. Почему бы и нет? Итак, теперь мы прямо-таки попадаем в логово ученых, где они проходили эксперименты, откуда, скорее всего, и началось заражение этой колонии инопланетной заразой. Ну и наше дело зачистить эту территорию. Выживших мы пока что не нашли. Одни трупы. Вот он, огнеметик, он позволяет просто нереальные вещи творить. Но алиенсы на этом уровне сложности тоже, несмотря на то, что они подожжены, могут здраво дать под зад. Вау. Где наши други? Други наши где-то застряли. Пошли в другом направлении, видимо. Но раз так, не будем их смущать. Что-то я оставил своего напарника без огневой поддержки. Надо это исправлять. Гори, тварь. К сожалению, поджег своего. Ну, блю. А, тю. Можно все сделать проще. Гадский паразит, сдохни. Чудом избежал этого инсекта. Не знаю, правильно я делаю или нет.
Так, твари, отойдите. Надо перезарядиться. Ого, как тут все быстро. Заходи, заходи. Мы не против компании. Так, пока мы тут возимся, чувствую, самое главное происходит. А нет, не происходит. Вот она, зараза, где спряталась. Вот она, пали ее. Медик чуть не сгорел заживо. Ах вы твари. Горите и умирайте. Массово. Тушим всю эту грязь, точнее огонь весь этот, и перезаряжаемся. А почему бы и нет? Берем аптечку на всякий случай. Ну что ж, пойду первым. Паразиты, Айзек. Айзик, паразиты. Нет, наш пулеметчик идет. Идет в ногу со временем. Тут все чисто. Можем выходить. Байомасс зачищена, выжжена. Путь открыт. Не будем мешать нашим пулеметчикам веселиться. Отлично. Теперь остается самое главное, пережить нашествие паразитов и нашествие этих алиенов, пока дожидаемся элеватора. Вот же дрянь не полезла. Да, кажется, нашему пулеметчику до смерти нравится стрелять, он просто сейчас такие изрыгает куски металла, которые потрошат алиенов. Ну, как, в общем-то, и каждый из нас. Сейчас наступил тот прекрасный момент, когда можно набивать фраги. Ладно, мы справились с задачей, переходим на следующий уровень и держим путь теперь из лаборатории прямо в клоаку, а именно в сточные канавы колонии, куда и попали паразиты и откуда они распространились, и в шахты на этой планете, и во все укромные уголки, в жилые модули, в комплексы. Не знаю, взяли мы, не взяли результаты экспериментов, но стало ясно, что живыми мы тут вряд ли кого-то найдем. Ну что ж, техник так техник.
Ничего нового нам не открылось, что мы могли бы использовать. Возьмем пушечку Теслу. Ракетки. Ну, в общем-то так. Как-то так. Попробуем. Нас покинул один из пилотов. Видимо, решил отсидеться, так как миссия будет еще сложнее предыдущей. Парень, я готов пройти это на высоком уровне сложности. Не переставляй плиз на средний. О, меня послушали. Ну тут все full of parasites, грубо говоря. Вот это. Так, что-то я замолчал, наверное, увлекся боем. Сдохни, тварь. Сдохни еще одна. Вот тут, по-моему, нас ждет просто гадюшник всяких отродий. Пока наш отважный медик справляется с самой сложной задачей. Так. Харе меня загонять. Таки нам придется идти за нашим медиком. Отлично, он справляется. Всех паразитов на территории зачистил. А тут много разного неприятного. Так, интересно, зачищено. Ага, чисто. В общем-то, нам предстоит теперь финальный шаг. Вау. Да вы просто... напрашиваетесь на то, чтобы вас подорвали. О, это патроны для винтовки. Возьмем их.
Нет, парень, я тебе живым не дамся. Умирай там. Так, что у меня? 7 патронов и ничего более. А у парня только заряд. Оу! Я и забыл про нашу Теслу. Это как находка. Но миссия выполнена. Немало опыта. Опять новый уровень. И таки открыли себе огнемет. Вполне можем чувствовать себя уверенно. Вот она, последняя часть нашей миссии. Я, наверное, повторюсь, если скажу, живых мы тут не нашли. Теперь единственный выход, который остался этой грёбаной планете, этой грёбаной колонии, этим грёбаным ученым, которые тут полегли, превратились ли они в этих некроморфов или стали частью этого генетического материала инопланетного. Единственный выход это все это схоронить под взрывом термоядерной бомбы, которую мы сейчас и будем сопровождать, запустим отсчет и попытаемся слинять с этой грёбаной планеты. Это, так сказать, день из жизни космопехоты.